Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики Ресли канала, с вами Мегакул. Мы продолжаем проходить Resident Evil 2, и мы на паузе, потому что он здесь. Он здесь. Максимально быстро, просто со скоростью кошки я уматываю с этого крыла. Вроде как мы тут ничего не оставили, надеюсь, что это так оно и есть. Быстро отправляемся в западную, твою мать, часть. Просто уматываем. Я не хочу иметь с этим говноедом ничего общего. Третья штука. Поехали. Я тоже очень надеюсь на это, Леон. Ты не представляешь, как я на это надеюсь. Ты понятия просто не... Вот у тебя нет вообще представления, как это в принципе может быть, понимаешь, Леон? Ну не может у тебя этого быть. Поэтому, да, короче... Опять мертвые уроды. Видеокассета. Я в канализацию вряд ли попаду уже. Хотя хрен его знает. Может, тут где-то можно будет прочитать. Господи, твою мать, как же... Как же меня начинают вымораживать тиран. Просто каждое его появление сопровождается таким стрессом. Так. Я могу это включить. ОСС. Давай, поехали. Это было весьма легко, почему-то, внезапно так. Веселая хрень, веселая. Подрубим электричество, видеокассету можно как раз посмотреть, как я и сказал. Давай посмотрим, что тут есть. Прикольные помехи. I didn't know you were coming. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! Минус отец Шерри. What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. So those were G samples. Почта Уильяма Биркина. Джейн Дойл, при остановке исследований G. Umbrella Corporation приняла решение остановить все исследования G, проходящие в подземной лаборатории Гнездо. Финансирование этого проекта будет прекращено, а директор лаборатории Уильям Биркин уволен со своей должности. Спасибо за ваше письмо, доктор Биркин. Руководство выказало заинтересованность вашим эволюционирующим биооружием. Не беспокойтесь о цене, наша компания самообеспеченная в США. Ричард Кеслер, поздравляю, слышал хорошие новости, G почти готов, странно, что вы не отрапортовали об этом в исследовательскую лабораторию штаба Umbrella. Ну ладно, закрою на это глаза, вышлите мне еще данные, хорошо? И не беспокойтесь, вы хорошо потрудились на G, а об остальном мы сами позаботимся. Джейн Дойл, предупреждение, вы подозреваетесь в нарушении контракта с Umbrella Corporation. Стало известно, что вы присвоили себе проект G и вели несанкционированные переговоры в СССР. Пожалуйста, явитесь по повестке Следственного комитета в течение 24 часов. Да, Биркин, ты, конечно, красавчик вообще. Тут сохранения нету? Может, прошляпил? Нет, сохранения здесь нету. Почему-то этот отмечается, видимо. А, видимо, магнитофон. Прелестно. Может быть, в этой части каким-нибудь образом не будет... Оу. Ой, что-то мне это напоминает. Но это не оно, правда, но... Я про фильм, ну, поняли. Кто смотрел фильм, тот понимает. О чем я? Воу. Слушай, ну это что-то какое-то крутое, короче, крыло. Судя по всему.
Такой прямолинейный. Не... Я только за. Мне нравится, что оно такое. Все хорошо. Ё-моё. Красиво. Чё могу сказать? Офигенно. Дневник исследования. Наблюдение за ростом эмбриона. После введения G-эмбриона в тело пациента мы сделали 50-сантиметровый надрез от груди до брюшной полости и приступили к наблюдениям. С помощью медицинской команды сознание подопытного поддерживалось между 15, осознанно и ясно, и 10 ШКГ. Однако позже уровень сознания пациента понизился, и дальнейшие наблюдения были признаны нецелесообразными. Подопытный был уничтожен. Наблюдение за скоростью размножения. G-вирус введен пациенту 501. 501 мутировал до G-формы и был перемещен в группу до из 30 подопытных. Через 2 часа 36 минут все, кроме одного подопытного, стали носителями эмбриона, все подопытные были уничтожены. Один из подопытных не выдержал и покончил с собой. Эксперименты с резистентностью Т-вирусу. Мы ввели G-вирус пациенту 628, проявившемуся некую резистентность к Т-вирусу. Вирус затем был введен к пациенту 639, с которым 628 состоял в близких отношениях. Организм 628 некоторое время сопротивлялся, но был заражен эмбрионом через 24 минуты. Резистентность к Т-вирусу не препятствует умственной деградации, вызванной G-вирусом. Я понять не могу, что вас, ну, кроме бабла, наверное, провоцирует на эти дела. Ну, на. Никогда не говори так, Леон. Ох, это не будет просто, вы же понимаете, да? Не хочу. Сохранение. Ну, типа... Я пока бегу же. Но это не он. Все еще не тиран. Че это мой, ты дура, ты сейчас сдохнешь. А дай такую пушечку мне. Call this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-virus, but we never intended this. Spin it any way you want. You're still responsible. Добивать надо. Она уже не железо, я в но. Какая ж ты тварь, а? Серьезно? Что я вообще могу? Не то чтобы я готов был к этому. Совсем не готов, у меня только спрей. Жесть.
Знаешь что? Патронов не хватит. Ага. На тебе. Оно не хочет сноситься просто. Ну все. Я прекрасно понимаю, если была бы возможность... Почему я жив? Что это? Мне не нужно топливо, мне нужно ХП. Это? А, стан-граната. Это? Патроны. Мне нужно ХП, вы понимаете это или нет? Я увидел спрей. И, по-моему, я это убил. Охренеть от жизни. 50? Где были вы эти патроны все это время? Где я видел спрей? Где я видел спрей? Где я видел спрей? Где я видел спрей? Я не помню. Где я, мать его, видел спрей? Вот здесь. Это же спрей? Это спрей. Мана небесная. Опа. Так, собираю все, что здесь есть. Миллиард патронов, о которых я даже не знал, что они тут есть. Слушай, ну короче, надо валить отсюда. Причем, чем быстрее, тем лучше. Хотите мем? Тиран все еще жив. Я не знаю, он, видимо, типа, не умрет вообще никогда. Фу. Это был веселый босс-файт. Однако с первого раза. Да и грохни ты ее уже, господи. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G-virus is gonna go to the highest bidder. Oh, that's bullshit. I hope you're right. But if the G-virus gets into the wrong hands, ух, сомнения, да? И непонятно, что делать. Что мне подсказывает, что это уже финишная прямая, да? Стоп. А, она мне дала. Ну, я не, ну, в смысле, имею в виду этот. Или не она мне дала, короче, где-то я нашел четвертый пропуск. Just thinking about you. That makes two of us.
I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G-sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. And she claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was? I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can. Простите, через Леона, простите, она в нее попала. Все. Какая же ты тварь, а? Четыре раза она не умерла, или три. Мы же все понимаем, что она не умерла, да? Но эффектно, действительно. На тот момент, наверное, действительно все думали, типа, она умерла. Почему я спускаюсь вниз? Блин, ну это очень круто. Я не знаю, что там с тираном все еще. Все еще, я не понимаю, что там с тираном. Кстати, если... Если только из тирана потом не мезосы не делают, кстати. Ну, типа, да, я просто не совсем шарю в лоре, поэтому... Просто вполне, может быть, я не знаю, там есть на такие в комментариях? Типа, если из тирана потом делают немезиса, то... То он и не должен умереть тогда, это логично. Но если нет, то понятия не имею, что с ним. И не хочу знать, пока сам не узнаю. Так что... Клэр? Клэр! Леон? You're down here too! Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. 9 minutes until detonation. Да, не срался мне ваш нож. Сохранялка на 8 минут. Ага, нормально. Почему бы и нет? Он идет, да?
Да, он идет. Да иди ты нахер. Граната есть? Я знал, что это шумовик никогда не понадобится. Угу. О, куда? О, господи. Побыстрее, не? Не варик? Так. Чувак, если что, ты заколебал уже, серьезно. Тебя нет друзей, тебя никто не любит. Отстань и хватит ко мне навязываться. Как же я мчу. А сзади он. Здорово. Твою мать, я так надеюсь, что ты сейчас сдохнешь. Хорошо. Ладно, из него, скорее всего, не делают Немезиса. А хотя хрен. Я думал, он умрет сейчас. А может быть... Ну, может быть... Все-таки... Лен, не совсем есть время вот так валяться, окей? Надо. Встаем и идем. У нас 7,5 минут. Нам надо уложиться в одну. Как тебе такое? Это что? Это для чего-то не понадобится. 100 пудов. Для какого-нибудь сра... Вы издеваетесь надо мной, да? Вы хотите, чтобы я с ним дрался? Вот так вот, на равных, да? Один на один. Да какая же ты мразь. Ты посмотри, он просто идет. Он просто идет. Твою мать. Тебе так повезло, что здесь нет Криса рядом. Он бы тебя сейчас кулачками разобрал бы просто. О, ой, ой-ой-ой, там больно сейчас будет. Так. Ай. Какая же ты... Слушай, ну в игре просто нихера нельзя еще уворачиваться, понимаете? То есть... Но это пипец проблема. Ну я не знаю. Я просто не знаю. Просто в игре нельзя уворачиваться толком. То есть как бы он ко мне подходит, все, мне как бы жопа автоматом. Что сделать-то? Дайте. Вот, дайте. Кнопку у ворота, и все будет решено. Он меня ни разу не ударит, понимаешь? Да ладно. А, то есть прям в этой серии они это делают? В этой части, в смысле? Ау.
Друг мой, ну тебе, что я могу сказать? Пока? Какой ж ты конченый! Просто пошли в жопу. Мне безумно сильно испортило вообще ощущение этот босс-файт. Вот этот босс-файт, который, типа, должен быть хардкорным, он просто бесит, потому что... Не знаю, потом расскажу, не знаю, на... Похер. Просто босс-файт. Can't believe I actually miss her. Кор стала похожа на Викандер. А, прям так? Господи. Слушайте, ну что я могу сказать? Компания Леона? Что это? Что я могу сказать? Слушайте, ну компания Леона, она... Не, мне понравилась. Леон Кеннеди, время... устраивает. Режим игры упрощенный, я на последнего босса поставил упрощенный, потому что, извините, но я просто уже не мог это терпеть, это было очень сложно. Это просто невероятно было сложно, мне вообще не понравился последний босс-файт, он дико сложный просто потому что сложный, типа, очень невероятно сложные у него атаки, от них нереально сложно увернуться, Леон бегает слишком медленно в сравнении с этим ублюдком и, короче, все, но... Тем не менее, компания Леона пройдена. Мне что-то, правда, какая-то концовка немного это. Ну, вы поняли. Пройти второй сценарий с самого начала. Ну, вот его мы и про... Тут костюмы есть даже, смотри. Можно их приодеть. Смотри, как колор выглядит. У этого есть стандартные. Ну, короче, понятно. В общем-то, да. Вот компания Леона какая-то такая. Мне понравилось. Нет, игра хорошая, финальный босс дерьмо, но игра хорошая. Мне очень нравится. Вот, в общем-то, будем проходить... сюжетную ветку Клэр завтра, если вы уже это сегодня. Если вы уже это завтра, то сегодня. Вы сейчас ничего не поняли, но нормально. В общем-то, да, сюжетная ветка Леона. Пока что, наверное, не буду прям полное мнение озвучивать, но скажу, что мне очень понравилось. Безумно крутая игра. Очень рад, что она первая в этом году, и мне безумно понравилась компания Леона. Ну а мы с вами увидимся в прохождении компании Клэр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, а мы с вами увидимся в компании Клэр. Всем удачи и до новых встреч.